11-классница из Екатеринбурга, которая сдала 3 ЕГЭ на 100 баллов, побила собственный рекорд. Сегодня стало известно, что выпускница 9-й гимназии Анастасия Пределина показала максимальный результат и на 4-м экзамене. Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику. По всем дисциплинам получила по 100 баллов. Таким образом, Анастасия Пределина стала первой в истории Екатеринбурга выпускницей муниципальной школы, написавшей ЕГЭ максимально продуктивно. В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, между тем, отмечают, что 11-классники все чаще показывают высокие результаты. В этом году в регионе 19 100-бальников по химии, 21 по литературе, 18 по физике и 11 по истории.